же тварь нелегкая. Вдруг навстречу нам живая, хромоногая, кривая, морда хитрая. Ты кричит, стоишь над бездной, я спасу тебя, полезный. Здравствуйте, мои дорогие. Вот целый час я посвятил переустановке программы обеспечения на Android и прочей херне, короче, исследованием того, что у меня происходит с сетью. И ситуация безрадостная. То есть прямые трансляции, по-видимому, я больше осуществлять не смогу, ввиду того, что мне просто заблокировали вот эту вот херотень под названием Android. То есть достаточно мощная штука, которая стоит сейчас, управляет сервисом Google, это квантовый компьютер. По-моему, он даже не 512 кубит, а порядка 2000+ кубит. То есть он практически может зашить не только данные о всех жителях Земли, да, о всех транзакциях, но и сделать еще и по клонам, по другим источникам, ну, то есть соотнести как бы почерк, да, произвести выборочную такую аналитику. И после того, как я попытался вам сделать стрим с речки, это дело, в общем, просекли с места силы и быстренько прикрыли. То есть тогда я секунды три буквально шла трансляция, потом моментально обрывалась связь, якобы 4G. То есть на самом деле все эти G, они предназначены для... не для передачи информации вами, а для съема информации с вас. То есть для шпионажа за вами. И в дальнейшей перспективе для управления чипами, которые у вас будут так или иначе имплантированы, то есть с помощью лекарств, с помощью различных, как сказать, когда впрыскивают уколы, да, с биочипами эти растворы, либо с помощью еды, либо распыления. Ну, не суть важно. То есть это пока технология перспективная, она пойдет, когда будет 5G. Но, тем не менее, мне удалось выяснить, каким образом достаточно быстро ютубовский, значит, этот говенный Google блокирует. Во-первых, он находит по контенту, да, совпадение, неважно по какому. То есть ты Notus вот, в частности, был очень интересный случай с саксофонистом, да, который играл оригинальную вещь, но играл, разумеется, в нотной грамоте, да, саксофон с определенным тембром, и тут же прилетает возражение. Я пишу, они неделю рассматривают и через неделю отзывают, значит, блокировку. То есть, грубо говоря, компьютер принимает решение вот в охерительной степени быстрее, чем потом сидят клерки, разбирают, смотрят, да, действительно, это мальчик играет на саксофоне, ни на одном компакт-диске он не прописан. Ну, а что касается меня с моими технологиями, то есть я прописан практически везде уже. Последние 8 лет, когда еще мы бодались в 2011 году, когда я получил микроинсульт с фирмой Apple, то есть тут просто, ну, мягко говоря, был писец. То есть мне рубили компьютеры и сети одну за другой. То есть у меня сгорело 3 компа. Ну, конечно, этого урода мы тоже закатали. Как бы, ну, тем не менее, грустно, да. То есть про шрам я уже показывал, да. То есть, ну, могу еще раз показать. Вот он, шрам. Конечно же, 11 дней прошло, он как бы зажил, но чувствительно, в общем, это тоже все такие же технологии, то есть просто идет как бы снята, да, биооболочка эта вся, по ней идет просто удар, ну, то есть сидят менталисты, грубо говоря, дежурная смена, им дают команду там ёбнуть по такому-то, сработали, то есть образ выводится на компьютер, они там шаманят. То есть это технологии, как сказать, магия, биотехнологии, как угодно можно называть, но они существуют, ребят. То есть они выведены на компьютерный уровень. И это все управление стадом вот этим. Вот это именно дьявола человечества, сатанисты, можно сказать так,
которые там окопались, они вот это все теперь глобально продвигают. Если вы мне не верите, если вы меня считаете за совсем укуковавшего такого товарища, я вам рекомендую просто сейчас набрать «Антимир» Галина Царева. «Антимир» большими буквами. В Ютубе. И там, конечно, 3 часа вы вряд ли выдержите. Ну, по полчаса можно так отсматривать. Дней за 6, за недельку вы поймете, о чем я говорю. Ну, а у меня, видите, проблема та, что я не могу на каждый стрим притаскивать новый Android, причем, учитывая, что этот Android, да, был очень хитро куплен в Москве, соответственно, не привязан к месту, и мне, ну, как бы удалось, пока компьютер, он же тупой, он же работает по программе, пока он там, если бы я Android покупал здесь и начал бы со своего, хоть он и динамический пишник, ну, как сказать, все эти стримы, то меня прихлопнули раньше, а тут не удалось с месяцок над этими тварями покуражиться. Но сейчас, увы, я могу только опять в записи выкладывать, а запись, вы сами понимаете, это отсутствие обратной связи, это отсутствие энергетики какой-то. И в конце концов, такой формат мне просто не интересен. Хочу напомнить, что когда я начинал первые стримы, то есть была спокойно функция в Ютубе, с обычной камеры можно было зайти, то есть без... и ее прихлопнули очень быстро, эту функцию, то есть... Годик это побыло, и потом все отдельно вывели на кроссплатформенные какие-то приложения, которые, во-первых, за бабки, во-вторых, попробуй их настрой еще. Они, даже те, которые я брал, пара приложений, они именно на моей платформе они отказывались корректно работать. То есть у них уже заранее зашит, как опознаватель, да, свой-чужой. То есть кого можно стримить, кому нельзя. То есть сидит точно так же центровая. Ну, это еще тогда стояли менее мощные квантовые процессоры, квантовые компьютеры на учете этого всего. Сейчас там я даже затрудняюсь сказать, какие они мощности используют. Потому что это был 12-13 год, когда переходил управление от классических компов к квантовым. Вот такие вот пироги, ребята. И я еще что хочу сказать, что все эти квантовые технологии якобы будущего, они, ну, практически противоречат биотехнологиям, развитию собственной энергетики, да, подъема своих вибраций. То есть это технологии, ну, скажем так, порабощения человека и уничтожения Земли. Можете спорить, можете писать свои отзывы там о неизбежности прогресса. Но, ребят, какой прогресс у человечества, когда вот в этом сраном андроиде немыслимое количество информационной мощности, там раз в 50, в 200, ну, 50-200 больше, чем использовали для расчета запуска там Гагарина и Союза-7, там, орбитальной станции. И он, в принципе-то, используется никак. Максимум кидышку посмотреть. Поэтому все эти, но зато он используется для шпионажа, для пакощины, чтобы снимать, да, информацию, чтобы не давать друг информации, наоборот, ненужной выйти куда-то. То есть прикажущиеся его коммуникабельные там мощности он тупо откидывает. Вот сейчас я пытался раз в 50 запускать трансляцию, бесполезно. Вот он у меня стоит. Вот он стоит. Ротер, бляха. Вот оно стоит. Вот он, в 3 метрах. И он пишет, нет связи с сетью. За сим я с вами прощаюсь, да. Ну, сейчас я вам покажу эту ссылку на фильм просто. Ну, как бы грустно от того, что паразитизм, это скотство идет просто какими-то бешеными темпами, опережающими. Что, конечно, продвинуть умное, доброе, вечное, оно просто им не нужно, этим тварям. То есть, оно им не нужно ни в каком виде, и поэтому... И, собственно, они уже приходят к тому, что скоро они будут в биооболочке пытаться загрузить, как уже кое-где проводят изменения реальности, вот эту вот мерзотность. Вот, пожалуйста, фильм. Советую посмотреть так, спокойно, с чашечкой кофе, не грузясь. То есть только факты там про коллайдер, когда некоторые граждане... Модераторы, не простые граждане, а в ранге модератора форума Hi-Fi.ru, они вот там вот, в этом гнезде сатанинском, в коллайдере ошивались и орали, что все не понимают физики,
также орали, банили, мягко говоря, мои темы. То есть я там практически уже не участвовал. Ну, люди поднимали вопросы, и они очень так бодренько стирали. Они, может, можно так сказать, что они неосознанный дебил, что им их там прошили, но тем не менее. Факт такой был, не одиночный. Поэтому, ну, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Собственно, как бы время такое подходит уже, когда все как бы разделяется, когда можно практически говорить открытым текстом, уже не бояться ничего. Потому что количество людей, осознающих вот это вот, два пути человечества, да, путь мертвячего техногена, деграденция, путь денег, вот это все, и путь, в принципе, нормальной биоцивилизации, оно как бы качественно разделяется. Живой, душевной, полной жизни, энергии. Ну, в общем, вот что я до вас хотел донести. Высоцкого, увы, закачать не получилось, но сами видите. В таких условиях просто, когда они отрубают все каналы, то есть и не побежишь спорить, судиться, да, с Гуглом, что хера у вас сервер вот стоит, роутер в 3 метрах, а у вас, значит, канал никак не прокачивается. Ну, как бы, я ясно все, да, надеюсь, сказал я по ним. Вот такая вот история вообще. Спасибо за то, что досмотрели. Пишите свое мнение. Ну и лучше даже вот пишите мнение вот по поводу того, что вы необычно наблюдаете в реальности. Изменения, кто помнит за последние 15 лет, там странные вещи. Я лично наблюдаю изменения в людях, да. То есть, когда я смотрю на людей, они меня даже не узнают, некоторые люди, да. Которые там, ну, чуть ли не родственники были, они мимо проходят с такими стеклянными глазами и не узнают. Ну, после этого, как бы, что еще говорить? Говорить очень сложно что-то такое. Все, давайте.